Так, всем здравствуйте, мои любители экстремизма, скорости, мотоциклов. Ну что сказать, в этом видео мы с друзьями решили поехать в Меганом. Почему и зачем, не знаю, просто решили прокатиться. Приятного просмотра. Короче, пока мы доехали до Атана, ну, кто шарит, тот шарит, мы увидели ДПС, и в эту же минуту у нас друг поломался. Короче, спустя 30 минут они приехали, и мы уже поехали от этой заправки. Ну, мы дальше проехали, дальше Атана. Вот теперь с этого момента можете смотреть с кайфом.
давайте сзади. Thank you.
Ура!